Заслужаны аматорский коллектив Республики Беларусь, ансамбль бального танца «Фиеста» уже 30 годов корыстается феноменальным успехом у публики. Сегодня тут занимается больше за 200 детей, многие из которых начинают делать первые танцевальные кроки с 3 годов. Но этот концерт был особливым. Его организовали специально для танцоров-выпускников и их батьков. Сюда мы привели, когда им было 5 лет. Это были вот такие маленькие детки, которые, в общем-то, начинали делать свои первые шаги на этой сцене. Это было на тот момент, их шаги были достаточно смешными. Но год за годом вот эти труды, и мы видели, как наши дети превращаются в настоящих танцоров. Сегодня наши дети заканчивают свою танцевальную карьеру, идут в большую жизнь, оставляют здесь частичку себя, своего творчества, своей души. Той, кто николи не был за кулисами, не ведая, яким коштом дается поспех. «Фиеста» – удельник многих проектов. Лауреат республиканских и международных конкурсов и фестивалей. У скарбонцы танцевального коллектива множество медалей. Сегодня, дякуючи юным танцорам, «Фиесту» ведают не только в республике, але и за межой. Как творческая личность, они развиваются просто на глазах и становятся актерами хорошими. Мы выявляем, что они поют прекрасно, танцуют. Ну и плюс к этому всему, не боятся уже, наверное, сделать первый шаг из города детства в город юности, который их ждет впереди. Это был не просто концерт, а теплая встреча сябров и прихильников коллектива. Им взяли удел выхованцы всех возрастов, которые с гонором глядели на своих старейших товарищей. Выпускников и их батьков урочисто повеншивали с завершением танцевальной деятельности. Но многие из них уверены, они будут протягивать танцевать. Глядя на то, что полный зал людей, овации, слезы и радость, и горесть, что это все-таки такой трогательный момент. Я думаю, что получилось, и мы это сохраним, и будем из поколения в поколение передавать. Ольга Гутовская, Алиса Григорчук, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».